пишет здесь, что предуготовлен нам благодаря нашим святым праотцам вера и уверенность в высшие знания, которые человек использует в самые тяжелые моменты, без усилия. Как это может быть? Как может быть? Как можно использовать веру в высшие знания без усилия? Потому что прийти к вере в высшее знание этого достаточно, для этого достаточно человеку только молиться. Что значит, я сейчас молюсь и получаю силу веры, да. И это легко. Ну, говорят, что это легко. Но, может быть, после того, как я нахожусь в вере высшее знание, это может задним числом выглядеть легким? Нет. Как бы то ни было, это прежде всего это единственная вещь, которую ты можешь сделать. Во-вторых, только с помощью веры высшее знание человек раскрывает слияние с Творцом.